Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. А потом отдашь мне руль и снова станешь пассажиром. Ладно, посмотрим. Да не волнуйся, будет не больно. Может, тебе даже понравится. Начинаю жалеть, что согласился. Ты хочешь сыграть на ее чувстве вины, чтобы она тебе помогла? Начнешь припоминать ей, что она бросила тебя умирать в Арасака Тауэр? Во-первых, она была уверена, что я умер. Во-вторых, я бы не стал ее шантажировать. Мне это не нужно. Хочешь выехать на харизме? Бестия мне еще ни разу не отказывала. Окей, я готов. Ну, наконец-то. Ты какой-то другой. Прическу сменил, нет? Хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходил. Что будешь пить? Old Fashion с текилой. Долей сверху пиво и брось немного чили. Так, Сильверхенда? Что-то давно его никто не заказывал. Сейчас нужно. Оно есть в меню? Информация. Кассиус Райдер. Не знаешь, еще жив? Который татуировщик? Давно тут не показывался. Можешь сам пойти проверить. У него мастерская в Уотсоне на Першинг-стрит. Ну так что делаем? Козла? Или ту, другую? Другую. Он будет в восторге. Уж наверняка. Джеремайя Грейсон. Он вроде работает на Смешера. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да, кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Коллинз. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. Эй! Что за... Эй, бармен. Симона!
никакой руки. Есть кое-что получше. Эй, это ты, Руби? А ты что, обо мне слышал? Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. Эй, держи свои лапы подальше от Руби. Никуда она с тобой не пойдет. Она на работе, ясно тебе? Блядь, как я скучал. Жду тебя на улице. Заждался меня? Предлагаю поехать ко мне. Сначала покатаемся. Тебе идет. Огонька нет? Я думала, мы умрем. Руби. Наверное, я позвоню. Позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейсом. Сити. Ви. Ты всегда с утра кровью хочешь? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. А мы что? Ну, это... Нет, он был слишком пьян. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какой милый мальчик. Жалко, что так быстро слетел с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса? Ага. И встретила Джонни Сильверхенда. Знаешь... Как-то странно, что ты узнала во мне Джонни. У тебя выражение лица изменилось. Ты, может, и выглядел как Ви, но так ухмыляться мог только он. Так говорить, ходить, держать сигарету. Я не курю. Знаю. Вас двоих сложно перепутать. Так что спи спокойно. Он рассказал тебе про Смешера? Да. Я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди. Грейсон? Джеремайя Грейсон работает на Смешера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши, не спрашивай как. Эбуники. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Знаешь, чем занимался Смешер все это время? После взрыва Арасака Тауэра 23-м он исчез. Мы все думали, что его раздавило.
Потом он вдруг появился, выполнил несколько больших заказов для Арасаки и снова куда-то пропал. Его много лет никто не видел. Никто, кроме Грейсона. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Что эти пилюли тебя так раскатают. Может, все было бы не так плохо, если бы ты их не мешал, хер знает с чем. Это ты сейчас должен блевать, мудак. Да, жизнь несправедлива. Прямо подгадал момент, чтобы отдать мне тело. Радуйся, что я вообще его отдал. Я радуюсь. Просто свечусь, блядь, от счастья. Да ты ж мое солнышко. Ну что, двинули? Куда ты меня притащил? Туда, где ты можешь наблевать на ковер, и тебе за это ничего не будет. Так что нехер выпендриваться. Ви, я узнала, что значит «Лягуники». Забросила удочку нескольким старым друзьям. Один из них был знаком с Грейсоном. Он расспрашивал своим. Выяснил интересную вещь. Это часть порта, территория Мальстрёма. Так почему часть порта зовут «Лягуники»? Вряд ли в честь покойного мэра. Не угадал. Это старый контейнеровоз, который назвали в его честь. В смысле, ты нашла Грейсона? Он правда связан со Смешером? Зайди ко мне в посмертие, обсудим. Окей. Ну что, может, передумаешь? Я проработаю. Она меня достала не в какую? Сука! Ага. Ну, знаем мы, сколько у них оружия. Да хуя! Ви, это а толку-то, если непонятно, сколько помогает. Их сидит в этом бункере? Здорово. Ну, ладно. Вы открыли охоту на Смешера? Хорошо. Готов? По дороге поговорим. А то он еще ответит. К этому налету надо подготовиться. Ты-то поедешь с нами? Сначала мы заскрываем, а то мало ли. Я свое дело делаю. Не верю, что ты не хочешь посмотреть на дохлого Смешера. Хочу, конечно. Только не вблизи. А то ты понимаешь, эта сволочь любит воскресать из мертвых. Ага. Настоящая сволочь всегда найдет способ. Мы едем. Поехали. Удачи там. Ты сегодня будешь? Не знаю. Ужин можешь не греть. А с чем тебе там помог Уэйлон? Он выяснял, застанем мы Грейсона дома или нет. То есть мы знаем, где его искать. У меня для тебя подарочек. А ну-ка, примерь. Это куртка Джонни? Ты точно нас не перепутаешь, если я ее надену?
Абсолютно точно. Расслабься. Копия, сшита по заказу. Его куртка, наверное, уже давно рассыпалась в пыль. Спасибо. Залезай. Ну, хоть выглядишь теперь прилично. Джонни говорил обо мне? Вы же с ним все время болтаете. Говорил, что ты лучше всех. До сих пор. Лучше всех? Сколько же за это пришлось заплатить? Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет, просто не хочу, чтобы Джонни тобой манипулировал. Это же он одержим Смешером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Странно, что вы со Смешером не пересеклись раньше. Я о нем слышала. Время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей, ясно. Хорошо тебя понимаю. Что ж, потом обсудим. Наверное. Все, дальше пойдем пешком. Может, нам повезет. Уберем и Грейсона, и Смешера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. И какой у нас план? Уайланд видел Грейсона где-то рядом с портом. С ним был еще кто-то. Смешер. Надеюсь. Надо добраться до терминала мальстрёмовцев. Там должны быть данные о Смешере. Нам туда, на главный склад. Бестия, откуда ты можешь знать, где у мальстрёма тут терминал? Я сама делала закупку. Это Афина D3, внешняя база данных. Не знал, что ты работала на Мальстрём. Я работаю на всех, только на своих условиях. А я многое пропустил за эти 50 лет. Ладно, давай. Готов? Начинать. Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. Может, дождемся Смешера или Грейсона? Я бы не надеялась. Только идиоты будут расхаживать тут среди бела дня. Окей, можно начинать. Мальстрём охраняет доки. Будешь меня прикрывать. Давай, пошли. Она психует. Есть идея. Прикрываю ее на всякий случай. Иди за мной. Отлично, добрались. Просканируй, вдруг найдешь там что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она и так знает, где его искать. Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уебка. Видимо, они где-то на корабле. Осталось только это проверить. Сейчас направо. Слышишь? Грейсон, да. Какой Грейсон? Этот говноед палит в меня из моего пистолета. Малориан 3516. Да я бы этот звук за километр узнал. Вы не выйдете отсюда живыми! У тебя нет шансов! Сдавайся! А ну подойди! Это, кажется, не твое.
Грейсон. Привет, бестия. Мы, получается, играем теперь за разные команды. Но не то чтобы я удивлялся. Ты у нас любишь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смешер? Знаешь, я могу раздавить тебе череп, как яйцо. Так, чтоб ты еще мог говорить какое-то время. Да я готов говорить. Ты никогда не думал, как бестия пережила это нападение на башне? И почему никого не отправили ее выслеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. Настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылизать ради... Что он хочет сказать? Он пытается тебя отвлечь. Думает, у него есть шанс выкрутиться. Где сейчас Смешер? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили аж начальником службы безопасности. Ему эта дыра в хер не сралась. Я остался тут только чтобы закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смешера вам теперь не достать. Как высоко не прыгайте. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Ты отведешь нас к Смешеру, урод. Даже если бы я захотел. Он не настолько мне доверяет. Эй, слушай. А чем тебе так интересен Смешер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд? А что ты хочешь знать? У тебя была пушка Сильверхенда. А ты тоже фанат? Смешер тебе ее отдал? Ага. Награда за выполнение особого поручения. Смешер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанат? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах, по трассе 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку? Все, хватит. Добивай Ви, его давай нахуй. Закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, подожди. Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонник, да? У меня есть кое-что. Тебе сегодня повезло. Легко тебя задобрить, Ви. То, что я обещал, вон там, в контейнере на этом гиганте. А что внутри? Сам увидишь. У меня в кармане ключ-карта. Забирай. Какого хрена? Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли, никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Джонни думает не только о том, чтобы отомстить. Да? А о чем же он еще думает? О тебе. Ему важно, чтобы вы сделали это вместе. А, пытаешься меня подбодрить? Бесполезно. Смешер... Блять! Заткнись! Смешер тут ни при чем! Он просто верхушка гребаного айсберга! Даже если мы его прикончим, что это изменит? Я пошла, тут больше делать нечего. Тебе не интересно, что там? Мне пора. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Надо как-то спустить этот контейнер вниз. Если там есть что-то мое, я хочу это вернуть. Ладно.
Поищем контрольную панель. Отлично. Ну-ка, что тут? Снимай эту тряпку. Ну-ка. Моя тачка. Садись. Даже разрешу тебе вести. Рычит, как тигрица. Ну да. Пора узнать, где эти хуйсосы закопали мою бредную жопу. Не думал, что у вас с бестией все было настолько серьезно. Еще бы не серьезно. Каждый раз, когда мы встречались, кто-то умирал. Очень романтично. И главное, в твоем стиле. Все время что-то происходило. У нее были заказы, у меня концерты. Так и жили. Никогда не было по-нормальному. Хотя однажды я попробовал сводить ее в кино. И что? И ничего не вышло. Как всегда. Уже недалеко. Ах, все хуже, чем я думал. Приехали. Это должно быть где-то здесь. Охота же им было тащить мой трупак в такую даль. Ну, меня вообще выкинули на свалку. Так вот оно как. Здесь вообще ничего нет. А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыплют? Да нет, не знаю, знака. Хотя бы чего-нибудь. Тебе правда нужны эти бессмысленные знаки? Видимо, да. Я думал, я почувствую, что кончился какой-то этап. Что я попрощаюсь с прежним Джонни и начну все сначала. А что ты чувствуешь сейчас? Словно меня никогда и не было. Или словно я опять сижу в Микоши. Сейчас мы это исправим. Так лучше? Немного. А если бы это реально была моя могила? Что бы ты написал? Здесь лежит Джонни Сильверхенд. Легенда Найт-Сити. Хорошо звучит. Только что это вообще значит? Чего я достиг, пока орал чипины толпе озлобленных детишек? Ты дал им надежду. Доказал, что пиджаки не могут купить всего. Я помню, что я думал на сцене. Типа, даже если все они погибнут за идею, оно будет того стоить. Но когда я смотрю на тебя... Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Ты не обязан исповедоваться передо мной во всех грехах. Я знаю. Но, может, мне хочется. Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе.
И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. Жаль, мы не поговорили об этом с самого начала. Было бы легче. Да я все никак не мог выкроить время. Помнишь, ты проснулся у Виктора, когда еще не знал обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил. И жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Да ладно, ты уже начал. Это правда. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей, спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да, я ей позвоню. Спасибо. Поехали отсюда. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. Джонни хочет пригласить тебя на свидание. Что скажешь? Точно, Джонни? Не ты? Точно. Ты же сама говорила, что никогда нас не перепутаешь. Ладно. А куда мы идем? А куда бы тебе хотелось? Серебряный пиксель в Норт-Оуке. Идет. Я заеду за тобой в посмертии. Собирайся. Я кто-то решил нанять как приманку? Это комплимент? Ты выглядишь по-другому. Попробуй еще раз. Может, в третий раз скажешь что-нибудь хорошее. Эй, Бестия, ты готова? Опять ты. Мы идем? А где Джонни? Он все-таки не смог. Ты выглядишь... Вау. Это Джонни сказал «Вау» или ты? Когда его ждать? Он будет позже. Он у тебя на коротком поводке. Ты умен не по годам. Это Порше Джонни? Где ты его взял? Он стоял в контейнере. Помнишь, про который нам говорил Грейс? Окей. У меня с ним связано много воспоминаний. Можно ехать. Серебряный пиксель – твое любимое место? Было когда-то. Я давно туда не ездил. Автокинотеатры вышли из моды лет 100 назад. Но серебряный пиксель еще как-то держится. А что, хорошее место для свидания? И мне так казалось. Поэтому я предложила Джонни поехать туда. Много лет назад. То есть это не его идея? Конечно, нет. Для него романтическое свидание – это налет на штаб-квартиру Арасаки. Ладно, Ви, скажи мне, что происходит на самом деле? Не понял. Джонни никогда ничего не делает просто так. В чем же дело на этот раз? Джонни изменился. Он правда хочет немного побыть с тобой. Не жди ты все время подвоха, Бестия. Ну-ну. Бестия. Просто пытаюсь осмыслить. Джонни Сильверхенд вдруг перестал быть эгоистом. Определенно, ты на него хорошо влияешь. Приехали. Черт, да как же так? Быстро же время летит.
Когда они только успели свернуть лавочку. Ви, а попробуй туда пролезть. Нас не остановишь. Решили свидание? Будет свидание. Ладно, тогда действуй. А я посмотрю. Ага, это должен быть пароль. Кажется, мы и правда идем в кино. Готовы, идем. Шалала. Неплохо. Попробуй запустить проектор. Я пока выберу нам места. Сейчас все будет. Ладно, пойдем проверим проектор. Вход вот тут. Ага, кажется, я нашел проектор. Ты случайно не знаешь, как его запустить? Давай посмотрим. В последний раз они показывали Бушидо 10. Идеально. Да ну, блевотное зрелище. Ви, мы в автомобильном кинотеатре. Фильм тут вообще не важен. Просто что-то должно идти фоном. Кровь, кишки, сиськи не имеет значения. Ну тогда Бушидо подходит. Ну все, Ви, уступай место. Дальше я сам справлюсь. Развлекайтесь, молодежь. Заняла лучшие места. Залезай. А, так вот как это делается. Есть. Мне больше не нужен этот мир. Но мне нужна ты. Джонни, я в тебе ошиблась. Ты казался мне другим. Ты так представляла себе это свидание? Многое должно было измениться, чтобы мы просто взяли и пошли вечером в кино. Но не думала, что все изменится настолько. Давай представим, что сейчас 2015-й. Мы только познакомились, и я еще не знаю, какой ты. Давай, я заманил тебя в кино, чтобы потрахаться. Не, ну технически это возможно. Ладно. Допустим, сейчас 2015. Ты бы что-нибудь изменил, если бы мог? Неважно что. Я сделал бы все, чтобы не потерять тебя. Джонни, я ведь... Эй, это что такое? Ничего. Просто у меня было время подумать, пока тебя не было. Что было бы, если бы... Я верно понимаю, что дело не в Грейсоне и Смешере. Что? При чем здесь вообще Смешер? Мне показалось, что это твое больное место. Да, больное. Меня достала эта тема, но я тебя прошу, давай не будем сейчас об этом. Ты как будто мне что-то не договариваешь. Джонни, зайка, я очень многого не договариваю. Но у нас всего лишь один вечер. Для меня это больше, чем я мог надеяться. Бестия, я здесь в чужом теле, в чужом времени, но я здесь.
Джонни, я не могу. Это нечестно. Нечестно по отношению к Ви? Нет, к тебе. Я делала вид, что ничего не изменилось. Что я та бестия, которую ты знал. Мне даже себя немного удалось обмануть. Можешь не провожать. Бестия? Блять. Бестия ушла? Да. Кажется, все прошло не очень хорошо. Да. Собирались хорошо провести вечер в кино. Потом она разозлилась и не сказала из-за чего. И у тебя нет предположений? Помнишь Грейсона? Он очень странно с ней разговаривал. Даже не то чтобы странно. Он ее как будто подначивал. Может, с этим что-то связано? Надо это обдумать. А пока отвези меня в Норт-Оук. А как это тебе поможет с бестией? Не с ней, с Керри. На месте тебе все расскажу. И фильм какое-то говно в конфетной обертке. Можешь тормозить. Ладно. Теперь скажи, зачем мы здесь? Я слышал, Керри тут неплохо устроился. Виллу отгрохал. Где это ты мог слышать что-то о Керри? Да где-то в городе. Желтая пресса только про него и пишет. Ах, да. Тебе ж не было. А, да, да. Это когда ты развлекался. Так что, хочешь его навестить? Ну да. Чего тянуть кота за яйца? И что мне? Завалиться к Евродину и устроить себе экскурсию? В газетах пишут, что у него депрессия. Он пытался покончить с собой. Волнуешься, что однажды у него получится? Да кто знает. Просто я мог бы ему кое-что посоветовать. То есть ты хочешь пообщаться лично? Мне опять отдавать управление? А чё нет? В прошлый раз же ничего не случилось. Даешь мне отгул за примерное поведение. Ага. Сначала бестия, теперь Керри. Кого ты еще планируешь посетить? Никого. Так вышло, что список людей, которых я считаю друзьями и которые еще живы, очень короткий. Поэтому я и хочу поговорить с Керри. А что это была за попытка самоубийства? Да херня, не попытка. Он даже нормальной публики не собрал. Пришел домой, решил застрелиться. А телохранитель отобрал у него пушку, как конфету у ребенка. Так может, это просто сплетня? Все может быть. Но я хочу проверить. Хорошо. Только расскажи, что будешь делать. Ничего такого, честно. Просто хочу с ним повидаться. Как ты ему скажешь, что это ты? Если у него правда сейчас в жизни какие-то проблемы, может, лучше все-таки не взрывать ему мозг? Ви... У Керри всегда были какие-то проблемы в жизни. Поэтому, несмотря на все, мы с ним и ладили. Не переживай. Ничего я твоему Керри не сделаю. Для начала попробуем залезть к нему в дом. Ладно. Скажи, когда уступать тебе место. А это что за уроды? Да уж, блевотный кич. Надеюсь, хотя бы стоило дохера. Чем-то же надо оправдать эту безвкусицу. Он, похоже, в ванной. Причем один. Это хорошо, поверь мне. Ну все, дальше я. Пора его оттуда вытаскивать.
Закидывайся таблетками Мисти и начнем. Окей. О, так намного лучше. Интересно, какие тут для красоты, а на каких еще можно играть. We lost everything. Кто, блядь, тут? Ну, играй дальше. Хорошо. Джонни? Керри? Нет, это какая-то шутка. Погоди, что Сильверхенд сказал мне перед смертью? Забей на самурай и сделай сольный проект. Видишь, я хуйни не посоветую. Сука, Джонни Сильверхенд. Откуда ты тут? Как? Сюрприз. Долбоёб! Окей, ясно. Ты не ожидал, что я вернусь. Нет, сука, наоборот. Я 50 лет только этого и ждал. А я смотрю, ты немного изменился. Новый стиль? Идешь в ногу с модой. Да и ты тоже выглядишь ничего так. Бля, Джонни, мне надо накатить. Ну, хорошо. Давай рассказывай, почему ты выглядишь как мелкий вор из посмертия. Это Ви. Он тебе понравится. И чё? Блядь, Джонни, мне это вообще ничего не объясняет. Ебать, ты устроился. Погоди, это только начало. Выпустил четвертый альбом и въехал сюда. Хорошо продался, видимо. Завали, Джонни. Просто, блядь, не начинай. С кем ты подписался? В смысле? С Арасакой, блядь. Да, с утра записываюсь у них на студии, а вечером Юринобу заскакивает ко мне на барбекю. Это правильно. Так с кем подписался-то? MSM Records. Что ж, тоже столб общества. Давай, располагайся и рассказывай, где тебя носило столько времени. Это будет долгая история. Да мне похуй. Мне важно, чтобы в этой истории каждый эпизод был трагичный, как пиздец. Только вот не говори мне, что ты все это время катался с кочевниками, подставляя лицо ветру. Или что ты тусил на орбите и решил оттуда слезть только для того, чтобы меня тут говном поливать. Иначе я ебанусь. Поверь, это трагедия. А, бля, помнишь? Это был единственный раз, когда Генри пришел на репу чистый и трезвый. Да, и играл какую-то хрень. Зато Дэнни была рада. А клево мы тогда жили, скажи, Кер. Заебись были времена. Ага, заебись было. Играли в каких-то подвалах, срались перед каждым концертом. Сами не знали, что хотим играть. Денег не было вообще никогда. Нэнси всеми вертела. От Генри воняло с саньем. Я вообще у тебя трусы пиздил. Говорю же, классно было. Никогда не понимал, что Дэнни нашла в Генри. Она ж была умная дива. Может, даже слишком. Особенно по сравнению с нами. Да не. Ей же всегда нравились неудачники, которые даже одеваться не умеют. А Генри был идеален. Инфантильный долбоеб, еще и вечно под кайфом. Да таких можно спасать бесконечно. Вот меня она спасать не рвалась. Но для этого ей пришлось бы встать в очередь. Все только и говорят про твою депрессию. Это правда? Не, часть промоушена.
И попытка самоубийства тоже? Думаешь, пальнешь себе в башку и сразу пойдут продажи? У тебя вот что-то не пошли. Самурай никто не помнит. А ты, Джонни, просто бесишься, что я и без тебя нормально справился. О, бля, даже ответить нечего. С кем-то из наших пересекаешься? Ну, только с Нэнси. Ее теперь зовут Исида Бесс. Работает на 54-м. Могу узнать, что с Дэнни и Генри, если хочешь. Можно снова собраться, я не знаю. Поиграть вместе. Исида Бесс. Это ж надо было выдумать. Похоже на псевдоним стриптизерши, которая прется от Древнего Египта. Ой, блядь, как жаль, что ты умер. А то бы она обязательно спросила твое мнение. Ну а как она вообще? Кроме того, что забила теперь на музыку. Можешь сам у нее спросить. А Генри, наверное, уж давно спился. Ну, если бы он умер, я бы об этом знал. У нас есть общие знакомые. Пара звонков, и я узнаю, где он сейчас обитает. Я подозреваю, Дэнни до сих пор играет. Талантливая была девка. А, она что-то там выпустила недавно. Даже переехала в Норт-Оук. Ты же сказал, вы не общаетесь. Так я и не от нее узнал. Она меня вообще, похоже, избегает. Ты вообще выходишь отсюда? Нет. Неужто хочешь возродить самурай? Ну, так. На один концерт. Сыграем в какой-нибудь дыре, где нас никто не знает. Мне же надо следить за своей репутацией. Только я не буду всем объяснять, что произошло, окей? Да не, забей. Слишком скучная история. Биочипы, планы Арасаки, волшебные таблетки. Просто скажем всем, что ты мой новый бойфренд. Охуенно. Я только за. За Битлз? Сейчас я перешлю тебе номер Нэнси, а сам попробую выцепить Генри и Дэнни. Но если меня не будет, договаривайся с Ви. Ладно. А вы дружите? Не, не особо. Но ты же понимаешь, у нас нет выбора. А как мне... Джонни, все норм? Нет. Ты, наверное, Ви. Джонни предупреждал, что такое может случиться. Вы хоть нормально поговорили? Я уже чувствую угрызение совести. Ты это... Посиди пока. В себя приди. Вообще ни о чем не волнуюсь. Так что там про концерт? Ты все слышал? Когда эффект слабеет, начинаю слышать. Ну? Хочешь увидеть самурай живьем? Другого шанса может и не быть. А если все кончится как с бестией? Большим разочарованием? Не сравнивай. Кире нужен этот концерт. Ладно. Я звоню Нэнси. Молодец. Хвалю. Нэнси? То есть, Исида? Исида Бесс? Нет, это ее недооцененный и переутомленный ассистент. Стивен, 54-й канал. Слушаю вас. Мне нужна Исида. Ее тут нет. Я звоню из резиденции Керри Евродина. Круто, но Исиды все-таки нет. Но мы ее ждали 2 дня назад. Она поехала в Тоттентанс, чтобы снять сюжет о Мальстреме. Звоните на следующей неделе или следите за новостями. Если с ней что-то случится, я первый об этом расскажу. Ви, тут что-то не так. Давай-ка с тобой скатаемся в Тоттентанс. Тогда 100 лет назад какая была Нэнси? Я долго думал, что она самая нормальная из нас всех. Оказалось, что она просто хорошо маскируется.
Два года жила с каким-то абсолютным ебанатом, который ее избивал. Ничего нам не рассказывала. А потом взяла и вышвырнула этого хрена из окна. С 80-го этажа, прикинь? Там, наверное, и отскребать было нечего. Ага. Она отсидела 7 месяцев, а когда вышла, от ее жизни уже тоже ничего не осталось. Ви, я понимаю, что дикие крики в Тоттентанце обычное дело. Может, там просто репетирует какая-нибудь группа, но не исключено, что все гораздо хуже. Черт, картина начинает складываться. Никто из журналюк не поперся бы в Тоттентанц. Кроме Нэнси. Ну давай, вперед! Классно выглядишь. Минимализм. У меня тоже раньше был такой хром. Ну, иди. Тоже в Тоттентанц? Заебись. Третий. Нажми кнопочку, я пальцем не чувствую. Слышишь? Тинитус играет. Наши ребята. Люблю эту песню. Пока. Заходи. Сойдешь за своего без проблем. Нет. Это другой Тоттентанц. Модель машины. Опять? Ты? Что? Один сегодня? Где твой здоровенный Амиго? Еще одно слово про него, и я тебя раздавлю как таракана. Ясно? Ясно. Такое чувство, что я его знаю. С чего бы? Шумновато тут. Ремонт делаете? Ха-ха. Если ты такое скажешь при Ройсе, потом на глаза ему не попадайся. На глаза? Ха-ха! А ты тоже фанат этой прекрасной группы? Ну, я больше по классике. Самураи и все такое. Он мне сразу понравился. Только Ройсу не говори, ладно? Где ты себе делал такие зубы? А, точно. Ты же еще не видел мою обновку. Ты видел до... Теперь посмотри на после. Что скажешь? Пожалуй, поставлю себе такие же. Не, будешь выглядеть как пиздец. Я ищу Исиду Бес с 54-го канала. Она где-то здесь. Ну да, только она занята. Болтает с Ройсом. Он сказал им не мешать. Вот ты и не мешай. Дорогу показывай. Пойдем. Ройс по мне не скучает? Не знаю. Он о тебе не говорит. А Ройс с Исидой нормально общаются? Ну, она не особо умная. Ройс с ней себя ведет до хера терпеливо. И как она к нему подкатила? Мне кажется, его раньше никто не спрашивал о музыке. Ну, так, чтоб серьезно. А Ройс любит, когда к нему относятся серьезно. Изменилось, конечно.
и не знал, что ты в музыке шаришь. А все остальное ты обо мне знаешь, что ли? Я недавно вернулся с круиза на Ибунике. Это же ваш корабль? Ага, ребята поводили тебя по докам. Они были заняты. Вам бы установить систему безопасности поновее, чем Афина-3. Этот говнюк меня бесит! Хуже всего, что он в чем-то прав. Может, тогда еще один вопрос? Почему Тинитус играют только в Тотентанце? Потому что только здесь их понимают. Снобизм последнее, в чем можно тебя подозревать. Кохлеарные импланты. Тинитус играет на них. Значит, каждый из вас инструмент. Значит ли это, что элемент мистики... Это уже второй вопрос. У меня дело к Исиде. Я его не знаю. Я от Керри Евродина. А, Евродин, конечно. Где бы ты разместил его на музыкальном... Знаешь, этаж? Что будет, если убрать из сока всю мякоть и остальную херню? Он становится чистым, приятным. Такой продают корпы в супермаркетах. А знаешь, как он выглядит? Как моча. Так вот, с музыкой рокеров точно так же. А теперь выметайтесь оба, кучу времени на вас потратил. Пойдем, просканируем тебя у выхода. Можно минутку? Не знаю, чего хочет Керри, но я смогу ему помочь, только если выберусь отсюда живой. А почему ты думаешь, что можешь не выбраться? Они вроде относятся к тебе дружелюбно. Это они записи не видели. Когда меня будут выпускать, все проверят. И если они найдут то, что им не понравится, а так и будет, они уничтожат все. И меня тоже. Теперь надо как-то ее вытаскивать. Кажется, ты их только о музыке спрашивала. Да, а потом обнаружила кое-что. И что именно? Это и многое другое в новостях на 54-м. Раз уж ты здесь, помоги выбраться. Интересно, до меня ты как планировала выбираться? Я же всегда импровизирую. Придумала бы что-нибудь. Снова бы вышвырнула кого-нибудь из окна. Давай я все скопирую и вынесу. Тебя тоже просканируют. Они умнее, чем ты думаешь. Я же не собираюсь попадаться им на глаза. Ну ладно. Готово. Сотри файлы и отвлеки наших друзей, пока я ищу выход. Окей, лезь через окно в мужском туалете. Ха, классика. Потом обойди здание. Там сзади будет что-то вроде террасы. Я встречу тебя у лифта. Я ухожу. Давай, проверяй записи. Садись. Сейчас кто-нибудь подойдет. В смысле, кто-нибудь? Я думала, ты этим займешься. Ты только посмотри. Все-то она продумала. У нее было время осмотреться. Опыт тоже был. С большинства наших концертов иначе было не выйти. Ну, я бы... Блять, что ж этот лифт такой медленный? У меня внизу машина. Файлы у тебя? Да. Сейчас все перешлю обратно. Интересно, как дела у Керри? Нашел он Генри и Дэнни или нет? Ты еще общаешься с кем-то, кроме Керри? С кем? Например? Актриса Погорелого театра. Пойдем, моя машина прямо у входа. Я имею в виду самурай. Сколько тебе лет, деточка? Это же прошлый век. Сейчас про самурая помнят только упоротые. Поверь мне, я знаю. Когда не хватает новостей, я пытаюсь скормить народу какую-нибудь лабуду про Сильверхенда. Где Джонни?
Что же случилось в Росака Тауэр? Ну, твою ж мать! А что? Рисунок на память. Могло быть и хуже. В пизду память. Я сейчас собираюсь прямо в редакцию. Хочешь поговорить? Поехали со мной. Надеюсь, эта куча металлолома не развалится по дороге. Ладно, так чего там у Керри? Он хочет возродить самурай. Только на один вечер. Нет самурая без Сильверхенда. За Джонни я сыграю. Ты? Сильверхенд все-таки был больше идеолог, чем музыкант. Я справлюсь, не бойся. Ну, если даже Керри согласился. Что мне с этого будет? Я вообще-то тебя спас. И твои драгоценные файлы. Хотела спросить, откуда ты знаешь Ройса? Работал с ним не так давно. Потрясающий сукин сын, да? Приехали. Вылезай. Стой. А что с концертом? Скажи Керри, я все организую. На связи. Окей, спасибо. Ну что, дело сделано. Звони Керри. Привет. Как дела? С Нэнси поговорил? Да. Она согласилась, сказала, что сама все организует. Опять всеми верт. Но круто. Ты нашел Генри или Дэнни? Пока только Генри. Прикинь, вытащил его из рехаба. Ну и сразу все завертелось. Генри не знал, что старушка Дэнни так и живет в Найт-Сити. Сказал, что хочет сделать ей какой-то сюрприз, и поехал к ней. Так что вот у Дэнни все и встретились. Мне тоже надо? Зачем? Но ты же должен увидеть, с кем ты будешь играть в конце-то концов. Лови адрес. Ты гляди. Что тут случилось? Может, у нее ремонт? А Генри одолжил бетономешалку. Он всегда был у нас мастером экспромта. Может, они в доме? Позвони по интеркому. Ну ладно, значит, ищем дальше. Вижу, Керри нас опередил. Ты, блядь, ебанутый? О, бля. Ты? Понеслась ты? Пизда по кочкам. Что ты тут делаешь? Ви, это хорошо, правда, что ты приехал. Твой дом? У нас проблема. А это что? Твой бассейн? Ты мне за это заплатишь, уёбище. Да с удовольствием! Еще один повод это тебе зайти! Это и есть зайти. Тот самый сюрприз Генри? Может, да. Тогда ты мне походу, расскажешь, почему ты бросил меня подыхать на он улице? Он почему-то сильно обижен на Дэнни. Бросила и поэтому залил подыхать? Ей бассейн бетоном? А ну, Генри ты, блядь, всегда был эмоциональным. Зачем я вообще с тобой разговариваю? Что между ними произошло? Пошел ну, нахуй я не вдавался сюда. В детали, но вроде как Дэнни как однажды исчезла, не потом экскурсию? Спряталась от Генри. Подозреваю, это было нетрудно, если он все время торчал, а потом сидел в рехабах. Подойдешь к ним хоть на шаг, и ты труп. Вот именно. Я а потом шучу. Я дал ему ее я адрес. Я тебе снесу башку нахер. Что в итоге с концертом? А я что? Пока еще не говорил а с Дэнни, но похоже, ничего у нас не выйдет. О чем? Ви, что поговори с ними. Свою жизнь на Керри только подонка? Хуже сделает.
Не думаю, что они мне будут рады. Да не ссы. Они сразу остынут, увидишь. Кири тоже не то, чтобы с ума сошел от радости, когда меня увидел. С дружком пришел? Чтобы было кому напомнить, какого хуя ты сюда приперся? Я вообще-то от Кири. Насчет концерта. Какого концерта? Почему он это передает через тебя? Он не знал, что вам говорить. Вы же оба его друзья. Ой, смотри, какой чувствительный. Как будто не он подбросил этот мешок с говном мне под дверь. Мы хотим возродить самурай на один вечер. А, так вот для чего он решил нас всех собрать. Мило, но без шансов. Я с этим, блядь, уродом играть не буду. Дэнни! Нет, ни за что. Выбирайте, или он, или я. И пиздец. Если Дэнни упрется, пиши пропало. Ну чё, как ваши дела? Херово, Чумба! Дэнни не хочет со мной играть! А мы уже обо всем договорились! То есть Кэрри тебе платит? Ну, теперь все понятно. У меня просто, блядь, нет слов. Забирайте этого мудозвона и уебывайте с моей лужайки! Бля, я не хочу выбирать. Объясни, нахера ты это сделал с бассейном? Ты же знал, что Кэрри хочет уговорить Дэнни на концерт. Я думал разрядить обстановку. Разрядил, блин. Раз уж надо выбирать, сыграем с Дэнни. Кэрри, блядь, как так? Кто тут больше всех создает проблемы? Я или она? Бля, чувак, слушай, давай я... Знаешь что, Кэрри? Шел бы ты нахуй! Хорошо, что Сильверхенд этого не видит. Закончил? Вали. Ладно. А что с Нэнси? Я с ней на связи. Она сказала, позвонит, когда все устроит. Увидимся на концерте. Блять, теперь еще и с этим надо что-то делать. Мне кажется, мы сделали все, что могли. Осталось только подождать Нэнси. Привет. Я договорилась. Концерт сегодня вечером в красной грязи. Ты уже звонила Кэрри? Он случайно не передумал? Нет, нет, ты что? Он там уже бьет копытом. Я его таким не видела со времен Сильверхенда. А что там с Генри? Он не с нами? Я ему не звонила. Еще раз пинаться перед этим придурком. Короче, увидимся вечером. Насчет гитары не беспокойся. Все, что нужно, я достану. Привет, Ви. Ви, смотри, что у меня есть. Не знаю, в курсе ли ты, но когда-то на ней играл Сильверхенд. Бля, Нэнси просто менеджер века. Может, она и доступ к Микоши нам организует? Как думаешь? Спасибо тебе за концерт. Пожалуйста. Кэрри бы даже лужу не сделал без моей помощи. Сильверхенд, наверное, был такой же. Хуже. Кэрри, по крайней мере, не мешает и делает, что ему говорят. Может, расскажешь, что случилось у вас с Генри? Старая история. Он все время лез в какое-то говно, а мне приходилось его вытаскивать. И тебе надоело все время пачкать руки? Если бы. Я, в конце концов, пристроил его в хорошую группу. Генри перестал употреблять, взял себя в руки. Тут я стала сразу ему не нужна. Вот он и перестал со мной общаться. Ни хрена себе. И что дальше? Тебя что, заводят такие истории? Он забил на меня и целый месяц тусил с новыми дружками. А потом его выгнали, потому что он снова взялся за старое. Тогда этот жалкий нарколыга подкараулил меня на улице. Даже в обморок упал, чтобы разжалобить. И что ты сделала? Оставила его там. А потом постаралась, чтобы он меня больше не нашел. Волнуешься перед выступлением? Стремно.
Мне же надо сейчас изображать саму себя. Да и Джонни нет. Никогда бы не подумала, что мне будет не хватать этой сволочи. А где Керри? Сейчас должен быть. Он сказал, ты хорошо играешь. Надеюсь, это правда, потому что на репетиции времени нет. Ага. Постараюсь не разочаровать толпу. Честно говоря, без понятия, кто все эти люди. Случайные зрители. Керри хотел отыграть по-тихому. Ну, мало ли, что он там хотел. Думаешь, журналисты узнали о концерте? Наверняка. Гиены. Меня больше беспокоит, кто сыграет за Генри. Керри договорился с Дрозином из головорезов. Я его знаю, видела на сцене. И как он вообще? Он нормальный, середнячок. А вот ты темная лошадка. Закидывайся, только не светись. А если опять начнет рвать кровью? Отползи куда-нибудь в сторонку. Сегодня вечер Керри. Нэнси, кажется, не верит, что я могу с ними сыграть. Ну, так она права. Уступишь место? Развлекайся. О, здорово. Вот, познакомьтесь, это Дрозин из головорезов. Привет! Я обожаю самурай. Ты тоже? У меня есть все альбомы. Я офигел. Выдыхай, блядь. Он тут на тех же правах, что и ты. Хочешь поговорить со звездой? Обращайся ко мне и перестань трястись. Я, наверное, сам еще похлеще трясусь. Публики боишься? Или меня? Иди нахуй. Я тоже скучал, Керри. Ладно, работаем. Down, 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 and like some rain.
реальный мандраж перед концертом. Так, будто надо что-то кому-то доказать. Себе, тебе. Да хер знает кому. А я в итоге ничего никому не доказал. Так просто. Хорошо провел время, и все. Хочешь повторить? Ага. Не. С меня хватит. Ну тогда, вот, держи. Сувенир от меня. Уверен? Я же не буду без тебя играть. Это будет уже не то. Понимаю, о чем ты. Я все-таки еще немного поиграю. Хочешь новую послушать? Джонни! Его уже нет. Правильно? Да. Но он тебя еще слышит. Да что ты говоришь? Спасибо большое. Но я сейчас не в настроении вертеть столики и слушать голоса с того света. Знаешь, я, наверное, лучше отдам его тебе. Как все прошло? Офигенно. Самурай снова вошел в ритм. Жаль, что я ничего не видел. Так ты приходи на мой концерт. Перестань. Не стоит. Из этого ствола я чуть не завалил Джонни, когда он забрался ко мне домой. То есть ты пытался застрелить меня? Да. А до этого... Ну, это не важно. Круто! Я как будто спал 50 лет, а теперь проснулся. Пора браться за работу. Давай, Ви. Будем на связи. Круто все прошло, да? Жалко, что Кер уже ушел. Кажется, он очень куда-то торопился. Наверное, бежит, сочиняет новую песню. А ты разве не этого хотел? Чтобы ему стало получше? Получше, но не настолько. Джонни, не бросай меня больше. Я не могу жить без тебя. Но это бы тоже не помешало. Надеюсь, это было последнее желание. Ага. Теперь можешь делать, что хочешь. Тогда надо скорее поговорить с Ханако. Окей. Как знаешь. Пойдем.